Так, все, едем. Я сделал двойные монетки. Потому что деньги нужны. А зря проезжать трассу, это зачем? Сейчас мы в два раза больше заработаем денег. И это все, ребята, ради того, чтобы прокачивать машинку. Да. Многие топовые игроки, которые... у которых все машинки прокачаны уже давным-давно. У них фишка какая? У них очень много денег. Да, там по миллиону. А кто вот новички, как я? Те, конечно. Нужно очень много денежек. Как бы новичок-то новичок, но уже все машинки я открыл. Но правда нету еще ни одной машинки, которая была бы полностью прокачана. Я к этому стремлюсь, конечно, на полную прокачку. Поэтому, ребятушки, мы к этому придем обязательно. Да, ну вот, что я хотел сказать про тех игроков, у которых все тачки прокачаны. У них много денег. Так вот, разработчики придумают новую машинку какую-нибудь, которая будет, во-первых, эксклюзивная, для тех, у кого очень много денег. И она будет стоить сумасшедшие деньги. Она будет миллион стоить. Прикинь, миллион. Попробуй собери только монет. Так вот, чтобы игрокам интересно было, тем, которые уже все покачали каждую машинку, и у них еще денег очень много, вот они будут стремиться ради этой машинки. Ну, потратят они, как бы, ну, я думаю, 50% топовых игроков у них хватит денег. Денег этот миллион, а других нет. Других, возможно, не хватит. Ну и миллион, это, на самом деле, не такая уж большая сумма. Потому что, сами подумайте, сколько у них денег накоплено, за сколько времени они играют. Опа, смотри, как тяжело заехать, а? Видишь, что творит Бальди? Она хочет перевернуться постоянно. Такая проблема. Да. У меня две более-менее прокачанные машинки. Это Багги, это Ролина и авто. Две машинки. А, ну еще первая машинка, я не помню. Она тоже у меня достаточно хорошо прокачанная. Но, как бы, она сама по себе машинка первая. И не очень мощная, слабенькая. Ее прокачивать нужно много. Чтобы она показала хорошие результаты более-менее. Я на ней ездил и проехал в начале своего пути очень много на первой машинке. Вот. А потом я открыл Багги, естественно, я потом купил, накопил денег, прокачал. И потом у меня фаворитом была именно Багги. На Багги я прям много проездил. Но со временем, естественно, Багги стало не хватать. Ой, денег не было ее сильно прокачивать. Прокачивал только в основном движок, чтобы она ехала быстро. Но минус этой прокачки, то что машинка постоянно у нас поднимает нос кверху. Вот это вообще самая большая проблема. До которой я до сих пор эту проблему не решил. Не смог решить. Нам тут, видишь, надо прокачивать колеса. Тоже кучу денег надо. Опа, аккуратно, можно было лишиться башки. Но после Багги я приобрел раллийную тачку. Вот я ее хорошо прокачал. И она у меня сейчас в фаворите. А последняя машинка там тоже крутая. Но я ее прокачал буквально сегодня на 120 тысяч. Которую я получил эти деньги за неделю всяких испытаний, командной игре. Так вот, в итоге. У меня нет ни одной машинки, которая была бы максимально прокачана. Все машинки по чуть-чуть прокачаны. Вот это Багги, да, например. Ее можно было бы еще прокачать хорошенечко. Чтобы она у меня была максимально прокачана. Но мы это не сделали. Ну ничего страшного абсолютно. Хочется посмотреть, какие машинки, ну, разные. Опа, что-то тяжело, я здесь не смог подняться, ну, давай еще раз. Вперед, бензинчик у нас половинка. Ладно, скоро сейчас уберем.
Вот, 50 метров осталось. Бензобак берем. Поднимаемся. Я не знаю, получится рекорд побить или нет. Попробуем. Проблема такие с этим обновлением. Вообще, когда обновилась игрушка, обновилась она месяца 4 назад. Там взяли и убрали покупку карт. А у меня был, короче, аккаунт. И этот аккаунт я потерял. Да. К сожалению. Там было много у меня куплено карт. А вот сейчас, в данный момент, я играю на новом уже аккаунте. Уже играю месяца 3. Так, в итоге. Мне приходится это все заново восстанавливать. И именно на таком пороге, когда я потерял аккаунт, ввели новую фишку. А, покупать теперь можно карты за звездочки. Представляешь? Ну, конечно, можно и так купить, но там сумасшедших 800 тысяч стоит карта. 800 тысяч, представляешь? Это мне надо играть месяц, наверное, чтобы эту карту открыть. Но в итоге, естественно, играем за звездочки. Ну, тоже открыл немало карт, получается. Но все равно. Есть карты, которые еще не открыл. А которые хочется открыть. Поэтому мне нужно эти звездочки добывать. Так, 300 метров осталось. Не знаю, смогу ли я добыть новые звездочки или нет. Побить рекорд, но буду стараться. А главное, взяли мы бензин. Так, 200 метров. Вот, все. Когда начинаешь думать о победе, думать о рекорде, можно где-то переволноваться. Я не знаю, как это называется. Или какое-то ожидание, либо очень сложность какая-то будет там, непреодолимая. Так, все, посмотри, новый рекорд пошел. Так вот, так обычно можно проиграть очень легко. Здесь пошли звездочки. Это очень здорово, что мы до этих звездочек дошли. О, смотри, как сложно. Так, проехали. Я вот здесь уже карту не знаю, что тут будет дальше. Играю там первый раз, конечно, с вами. Здесь я не был. Поэтому какие-то сложности могут встречаться на пути. Просто я их даже могу и не знать. Где-то разбиться. Вот здесь, например, что там нужно? Вода, пропасть или что? Нормально пока. Да, здорово. Вот это подъем, смотри, крутой. Так, ну мы его преодолели. Ага, смотри, внизу почему-то находится. Бревно это. Так, о, здесь уже, заметь, уже звезд много. Ой, звезд, говорю, монет. Монеток хорошо там дают. Представляешь, уже 90 тысяч монет. Опа! Аха-ха-ха. А, нет, я проезжала здесь, смотри. Я проезжал на раллийной тачке здесь. Видишь, соврал вам, что я здесь не ездил. Оказывается, ездил. Опа! О, смотри, что это такое за бревно вонючее? Как его нам проехать, а? Мы его проехали. Не. Это я говорю, здесь в этом плане сложности всякие могут попасть. Ну, нормально, 6000 метров. 6 километров, да, поехали? Круто. Так, что у нас там внутри? Внутри у нас вода. Если я туда упаду, уже тяжело будет выбраться. Во-первых, потеряешь очень много времени. И у тебя, скорее всего, процентов 70-90. Да нет, 99%, что у тебя бензин кончится. Так, бензинчик взяли. Дальше туда. Видишь, как они любят такие засады делать с этими бревнами. Разработчики придумали такую карту, да? Потому что какая фантазия должна быть. Так, опа, аккуратненько спускаемся. Где там бензин уже? Бензин уже, да? Ну да, видишь, баги прокачанная. И на ней удобно ездить. О, 2600 дали, пусть. Вот это уже хорошо будет денег давать. 2600. Просто так. За то, что я проехал далеко.
О, 2700, прикинь, вообще нормально. Это нам чисто дает именно то, что мы далеко проехали. 7000 метров. 7 километров проехали. Это очень такой рекордик мой. Неплохой. Но повторюсь, баги у меня еще максимально не прокачаны. То бишь, представляешь, если я прокачаю полностью. Во-первых, ехать будет легче здесь везде. А во-вторых, 100%. Ну как, ну, легче будет проезжать, конечно же. Вот, еще смотри, 3000, 2800 уже, почти что 3000 лет. Круто. Так, вот, смотри, бензин кончается прям втику-втику. Мы к нему подъезжаем. Это плохо. В том плане, что в будущем... Оп-оп-оп, заехали. Ой, хорошо. А то мы уже не выбрались бы оттуда. Да. Так, 2900. Уже 40 тысяч насобрали, пяти. Это здорово. Просто так практически мы едем. И зарабатываем эти монетки. Еще представляешь, у меня двойные монеты. А это вдвойне приятно. Что мы только можем заработать. Так, я сейчас смотрю на бензинчик. Чтобы у меня не закончился раньше времени. Ох, как тяжело смотри забираться сюда. Так, давайте, где еще бензин? Алло. Так, вот он бензинчик, давай подъезжаем. Втику-втику. А, гора какая, смотри, сложная. Хорошо, что у меня прокачанный движок, да, вообще, до безумия. Ну, справляется все равно с такими вызовами. Такой горой, высоко. Полтишочек заработали, круто. Вот это нормально. Полтинник заработать. Это хорошо. Нет. Еще бензинчик. Смотри, видишь, пищать начинает. Ну так плохо, что она пищит. Мне главное доехать. Далеко. Рекордик побить. Опа. Так. Это уже ускорится. Есть. Хорошо. Так, ну если я 10 тысяч метров проеду, то еще будет рекорд, а? Рекорд, ну. 10 тысяч метров. О-о-о-о-о-о-о, аккуратно, чуть не перевернулись. Все, 3000 нам дали, это хорошо. Опять бензин, смотри, пищит. Ай-я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 й
Офигеть. 60 тысяч монет уже у нас в кармане. Видим. Угу. 3000. Почему не 300? 3000 они остановились на 3000. 300 они будут давать, что ли? Фига, я поверху даже поехал. Сейчас посмотрим, 300 дадут или нет. Вот нифига, все. 3000 они максимум больше не хотят давать. Ну и 3000 тоже много денег. Очень много денег. Да что ж ты будешь делать, а? Так, давайте ускоримся немножко. Бензин-то у нас уже заканчивается. Ну как заканчивается? Половина уже бензина. Опа, проехали здесь. Где еще бензинчик теперь нам нужно ждать? Искать. Вот, уже печать начинает. Да плохо, ребята. Быстрее, 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 пожалуйста, машинка. Во. Так, сейчас мы назад. Во, сейчас мы найдем бензинчик, нашли. Продолжаем. 10 тысяч метров сделали, ребята, круто. Это просто офигенно. Так, тихо, очки отлетели. Ах, разбился, да как так, у меня же защита стояла. Почему-то я не подумал, что он так может легко разбиться. Ну, думаю, защита стоит и стоит. Как бы даже если я еще раз тут ничего не буду. А нет, было. Ладно, 11 тысяч монет мы заработали. Круто. Побили рекорд. Поставь, пожалуйста, лайк, если ты это смотрел до конца этого видео. Это было здорово. И также смотри другие мои ролики. Подпишись на канал обязательно. Всем пока-пока.